Мы приехали на Венес Бич, это у нас уже какой третий день. Он там за нами. Главный вход на Венес Бич, он там вывеска висит. Венес. И это вот вход на пляж. Куча бомжар каких-то вообще. Тут такой вайп у них свой местный. А, так Венес, вот шпал этот, видишь, В, Ви, да. Букву. Не знаю, там они почище. Дома. Египетский базар. Египетский базар. Это такое попсовое местечко. Ну да, но оно более такое, мне кажется, реально распиаренное. Персики, береговой охраны летают. И на Венес Бич дофига серферов вообще. Вон это вам просто как тюлень. Я сейчас подумал. Что, получил тюлень? Ну я думал, да, что там какие-то котики шли плавают. Ну фига там они на досках. Ну ты котик. Ну смотри, чайка прошла. Следы чайки. Фига она тут бегала вообще. Просто. Мне очень, честно, больше всего нравится. Вон та будка, смотри, какая классная, мне нравится. Вон там. Блин, Венес Бич прикольный на самом деле. Он, конечно, такой, он, знаешь, он такой типа не бомжарский, он такой типа хиппи. Ну да. Типа, тут и расслабон. Там вообще нападающие ходят, там трасса, ну, как бы там, да. У Санта-Моники-то. Блин. Смотри, чувак проехал. Он едет, да, прям, да, фига. Прикольно. Смотри, классно, он едет, долго как. И все, приехал. Ну, смотри, смотри. Блин, прикольно. Но они тут все умеют кататься-то. Да, здесь школа. А, ну скорее всего, да, они берут в аренду. Тут такой еще заливчик, видишь, они вот, да, до этой бухточка такая. Ну, блин, прикол. А он аэропорт уже рядом, самолеты взлетают. Так вот. Все больше напоминается, вообще, он там крокодил, он там аэропорт. Да. Вот отсюда и, наверное, еще больше похоже на Сочи. Идем по променаду Венес Бича. Ну, чувак тоже снимается. Чила вот одновременно. Магазинчики. Тут прямо с Венес Бичом много всякого. Номера какие-то вообще. Что за, ну, то есть они какие-то, смотри. Ну, из разных этих. То есть не надо ехать. Ну, ну, ну то есть они как бы вообще как настоящие. Ну, скорее всего, настоящие есть. Вон, видишь, наклейки. Из любого, кстати, штата, реально. Айдахо. По 18 долларов, смотри. Это Птухина, знаешь, из любого. Теннесси, Техас, Луизиана, Орегон, Оклахома. Нью-Джерси, Висконсин, Хэмпшир. Блин, они реально настоящие, они прям металлические. Да. Вообще жесть. Мне вон та будка нравится. Бомжам тоже нравится. Не, дальше, которая там. Да. А, вот разноцветная, да? Да. Это клин, по-моему. Да. Мы приехали в UCLA, это университет в Калифорнии и Лос-Анджелес. Что-то типа такого. Вот, и здесь в прошлом веке основали интернет. Ну, этот университет ходил в сеть. Да, ну там несколько универов по Америке, которые вот этот... Которые работали над интернетом, но именно здесь первый компьютер был, который был вот подсоединен в эту, подключен в эту сеть, да. Вон, народ, выпускники.
фотографируется. Вот, пожалуйста, подтверждение, что это родина интернета. Год назад ему исполнилось 100 лет, так что сейчас ему 101 получается. Он такой мощный университет. И здание прикольное, древнее. Тут большой тоже комплекс, наверное. Да, но он большой реальный. Мы приехали в самый центр. Самый центр? Да. У меня себя дома не было, мы можем вон туда прогуляться. Ну да. Ну там вон стадионище такой. Ничего себе стадионище, блин. Просто вообще лужники. Офигеть. Ну да, тут как, ну да, тут я смотрю, отмечали хорошо. Нормально. Шим сам, блин. Вон, смотри. Это самый четвертый по величине работодатель в Лос-Анджелесской области. В штате, в городе Лос-Анджелес. Лос-Анджелесская область. И здесь тоже есть эти фиалковые деревья. Знание-то нужно где-то ж набирать, правильно? Такое ощущение, что именно вчера, наверное, тут туса-то была бухача. Может быть. То, что, судя по... По мусоркам? По мусоркам все забито. Мне кажется, вчера, может, они со вчера... Может, у нас, кстати, в отеле и отмечали. Со вчера на сегодня, так вот может... почему там до 2 часов ночи. Со там... вчера на сегодня, может, выходные были вот эти. Может, они, типа, что-нибудь там сдавали. Наверное. Просто у нас в отеле стены, конечно, эти... Картон. Картон, это ладно. Ну, просто реально они там прыгали, как будто вот это происходило у нас в комнате. Ну, мы, конечно, устали, поэтому все равно уснули, но... Это продолжалось даже полтретьего. Смотри, можно кофейку взять. Да. Ух ты, смотри, нет, смотри, какое там здание прикольное. Пошли, пошли. Ну да. Такие здания интересные. Это Бруинкарт School, школа. Наверное, для поступления, я не уверена. Такие здесь интересные здания. Сейчас двинем в Сан-Диего. Двинем в Сан-Диего. Да. Главное не пропустить поворот, а то случайно окажемся в Тихуане. Вот уж да. Не, ну мы как бы, я думаю, сможем вернуться-то. Это будут незабываемые приключения. Ну, каникулы в Мексике, что не так? А Таир, вот да, вел? Мне продали стаканчик за 1,25. Пустой. Я на них обиделся. Я теперь запомню этот университет как универ, который кинул меня на $1.25. Они мне должны. Да ладно, в Демизе я тоже как-то купила пустой стаканчик. Возможно, даже по той же цене. Да, кстати, тогда еще те же деньги. Такие тут прикольные здания. Ну все, погнали. 2 часа. 2 часика. Отдохнуть и заехать в городок. Какой-то городок, короче. Да, мы, короче, сейчас напишем, мы не сейчас поедем название, как это называть. Ну, в общем, он очень такой туристический, такие дома беленькие. Вот. Единственная здесь проблема с парковками. Потому что парковки здесь закрыли в связи с коронавирусом. И поэтому, наверное, здесь все ходят без масок. И все забили, как бы, на все это дело. И стараются отдыхать. Вот, а домики здесь прикольные. Такие белые, с кирпичными крышами. А море такое зеленое, вот просто зеленое. Ну, народ, да, все. Так у них даже, пирс работает. Народ пирс работает? У них даже пирс, они здесь вообще, походу, плали полностью. Ну, парковка закрыта, хотя они просто, пожалуйста, уже откройте лодку. Хоро издеваться. Вода слегка потеплее, чем в Малибу, но сейчас
На Малибу еще холоднее, 16.1, а здесь 17.6. Коцыч. Вот. Окупается здесь и сидит на пляже народу достаточно много. Нафига. Да, нафига. Волны здесь все клевые. Сиэтла на самолете и час на машине. Всего лишь 2 часа езды, лета на самолете и езды на машине час. И мы в Сан-Клементе, где-то между ЛА и Сан-Диего. Красота. Тут, да, прикольно. Короче, поезда вдоль берега едут. Вот он берег, где-то там дальше Мексика. Сейчас увидели. Местные идут, эти скажут. Чуваки вообще, кто такие, они кактус первый раз в жизни видят. Ну не, мы не первый раз на самом деле. Мы кактус видели, когда ехали по Неваде. Да. Ну просто мы первый раз цветущий, видим, когда цветет. Цветущий, да. В общем, приехали мы в Сан-Диего. И начали мы осмотр города со старого города. Здесь, похоже, все такое мексиканское. Да, испанское, не мексиканское. Нет, местные ходят. Ну да, ну старый город, типа испанский. Вот. Вот его карта старого города. Да, карта. А вот цветущие кактусы. Ну прикольно же, я же первый раз вижу цветущий кактус. Вот. Ну пошли посмотрим, как тут было в старом Сан-Диего. Мы где-то читали, что типа именно здесь основали штат Калифорния. Вон магазины открыты, все открыто, замечательно. Ну кактусов тут много, да? Да, тут все так по-испански написано. Слака. О боже, мне пора на пару учить испанский. Да. Запад. Это как Сакраменто. Блин, кактусы вообще просто гигантские. Ничего себе. Да. Это часть старого города. Вот, и здесь кафешки, рестораны. У народ, кстати, сидит, ест спокойно, без масок. Может, что ж поесть? Может, поедем. Кактусы. Да. Вот тут такие задворки магазинов. Там вот ресторанный дворик с магнитиками за 10 баксов. Ну да, тут что-то не супер дешево все. Вот. Blacksmith shop, это типа кузнецы. О, смотри, какая прикольная повозка. Такая вот повозка. Вот смотри, какая-то колокольня. Угу. Ну вот этот домик прикольный тоже, да? А, ну типа отель. Так в отеле остановиться. Ну, такой в стиле этих салонов. Да. Да-да-да. Пошли. Приехали мы в
морскую деревеньку в Сан-Диего. Ну, это такая тоже деревенька с всякими магазинчиками, кафешками. Ну, а сейчас здесь вот посидим, поедим. Хочешь посидеть? Да. Ну, можно здесь. Прикольно тут. Это залив между... Короче, вот, мы сейчас находимся в Сан-Диего. А вот это такой залив, кстати, море был. Там остров, а за островом уже океан. Такие тут высотки. Хилтон, Мэриот, Хаят. Нормально, да? Одни отели. Вот он, буквы Seaport. Вот интересно, что за деревья? Бабы? Напишите в комментариях, что это за деревья. Самый центр Seaport, деревушки. Это все уютно. Мне, конечно, еще нравится, что здесь народу немного. Потому что, мне кажется, чаще всего здесь толпы вообще ходят. Сейчас, конечно, уже вечер, уже мы идем где-то 6:30, наверное. Но все равно. Вот там он находится, Convention San Diego Convention Center. Мы подозреваем, что там и проходит Comic-Con, который проходит там раз в год или чаще. Вот. А здесь вот как раз напротив исторический центр, еще один исторический центр Сан-Диего, квартал газовых ламп. Есть куча клубов, баров. Сейчас оно все закрыто. Вот. Ну вот они есть. Газлампы это типа вообще эти правила. Ну газовые. Думаю, газовые лампы, вон, видишь, они такие. Это раньше сейчас электрические, скорее всего, раньше. Ну да. Вот такой вот он Сан-Диего, необычный. Приехали мы сначала в Дикий Запад. Во, смотри. Мы уже не один раз видели. Помнишь эту фотографию? Mm-hmm. Типа там... после войны приехал моряк, и они там поцеловались. Да. Мне кажется, что они сделали тоже, похоже, что-то на обыграли что-то там. Посмотри, что люди как бы это уже едят внутри, как нормальные люди. Да. Магазин ламп вообще красивый. Столько ламп. Вот она, настоящая газовая лампа. И вот, да, вот на этом здании. Да что ж, и у него чтоб все оторвалось. Да-да, все-все. Не очень много. Ну да, как Сакраменто. Не, ну на самом деле опять смотря же как будет. Ну смотри, вот мы сейчас в исторической части. Если ты все, если зайдешь в историческую часть около Pike Place Market, сколько ты там насчитаешь бомжей? Ну да, там одни бомжары тусуются. Угу. Там туда высоточки снять, блин. Они... Вот, окей, раз. Один, молодец. Раз, есть. Но все равно он выглядит как-то поизящнее, если честно. В рубашечке. Без рукавочки. Солидный мачо. Солидный, да. Мужчина. Солидный мачо. Даже не скажешь, что он бомжар, а если бы он по мусоркам не шлялся, даже не скажешь, что он бомжар. Ладно. Поехали мы сейчас к отелю, где я снимала видео. В джазе только девушки.
Это пляж Coronado Beach. А это Coronado отель. Здесь снимали в жаре только девушки. Сейчас же пляж закрывается. Всех полицейских, там 4 полицейских машины на пляже стояло. И всех выгоняли. Возможно, потому что здесь граница рядом. Вот. Ну, прикольно, это домики-то. Большой отель. Корабли вон тут, океанские лайнеры такие стоят. Закат. Там флаг Калифорнии, американский флаг, зеленый, не знаю, что за флаг. Может, города Сан-Диего, наверное. Вон там вот самое большое здание широченное. Там на его фоне Мэрилин Монро тоже. Фотографии мы видели. Вот. Вот это главное здание. Вот. Вот там тоже что-то. Ну да, машина какая-то стоит. А, вон смотри, 132 года, по-моему, по ходу отелю. Впервые за 132 года этот отель временно приостановил свою операционную деятельность. А так, кстати говоря, тут написано у public access, типа, нельзя никому заходить. А так я на самом деле видела, там писали, там видела один пост, чувак заходил внутрь отеля, то есть можно было внутрь зайти. Вот так вот. А сейчас нельзя. Сейчас там везде вирус оперирует. О, сколько все машин патрулирует, чтобы не было оставшихся на пляже. Вдоль пляжа есть как будто холмики, похожие на буквы. Пока непонятно, что там написано, но похоже на буквы. И вот такой закат.